здесь количество видов, они действительно элементарны. Повторить картинку, ну, в общем-то, ничего не стоит. Он красный купол девичьего винограда, да, который осенью становится красный, вокруг актинидия, которая желтая, черешковая гортензия, которая, в принципе, нужно минимальное количество земли, а она себя ведет великолепно. Актинидия здесь... Реально все очень просто. Вопрос, почему у нас пестрят и не занимаются монопосадками. А во-вторых, здесь есть ряд растений, про которые почему-то мы все время забываем. Все. Все, все очень просто. Буквально два слова о впечатлениях о поездке. Ну, у Лены не может просто не быть отличной, организованной какого-либо мероприятия, поэтому у меня не было сомнений. Я, собственно, уверенно ехала отдохнуть прежде всего, получить огромное количество информации. Ну, в общем, все, что я рассчитывала, я все это здесь увидела, получила, и даже неожиданно больше видеть такое количество очень классного, качественного благоустройства, посадочного материала, идей, огромное количество нюансов спустя десяток лет. То есть можно получить данные, как это будет вести себя в том числе. И у нас, как можно это использовать все. Ну, в общем, за этим мы ехали. Ну, мысли, да. А кроме общения с нами и с коллегами, есть какой-то объект, который посмотрели, который вот точно произвел неизгладимое впечатление? Если оценивать общение с коллегами, то это не один объект. Сразу столько впитали информации. Самый, наверное, впечатляющий объект, который был из этих всех, это тот самая крыша, которую мы видели. Первая или вторая? Вторая крыша, да. Именно потому, что именно там я почувствовала, насколько дискомфортно может быть человеку при определенных условиях, при определенных ошибках архитектора и исполнения. И это очень было важно. Я думаю, почему мне там не понравилось? Теперь я понимаю. Да, на второй крыше мы увидели просто несколько ошибок, вопросов и цветосочетаний, которые явно, ну, был какой-то просчет допущен, и это очень здорово считывалось, и вот очень важный опыт. Именно смотреть не то, что замечательно, классно, и можно использовать в дальнейшем, а то, что нельзя категорически делать, недопустимо для нас, тот, кто практикует, конечно. А после посещения Польши появилось желание сюда вернуться? Всегда я за. Обожаю Польшу, обожаю Лену Полякову и ее гостеприимство. Лена, это мы вырежем. Да-да. Это мы Лене пошлем отдельно.